«Россия сильна провинцией», сказал когда-то великий российский историк Николай Михайлович Карамзин. Сегодня наш рассказ о нескольких деревнях и селах, затерянных среди бескрайних лесов и полей, но составляющих основу интеллектуального и культурного богатства России. Сызрань. Старинный город, основанный в 1683 году симбирским воеводой Григорием Козловским на правом берегу Волги. За свою многовековую историю Сызрань прошла множество испытаний, от крепости на окраине дикого поля до крупного промышленного города. В истории Сызрани есть удивительный факт, когда через 4 года с момента строительства крепости Сызран в 7 верстах от нее, к югу, была возведена новая крепость – Кашпер. Для чего понадобилось строить две крепости рядом? Сызрань все-таки была крепость, которая прикрывала земледельческий район, который находится севернее, и она стояла на некотором удалении от Волги. А Кашпер – это был уже пограничный пункт, задача которого была контролировать Волжский путь. Здесь была таможня, здесь были наблюдательные башни. В Сызрани много сохранилось дел в архиве по осмотру судов. То есть суда, которые везли, например, оружие с уральских заводов туда, в Южной крепости, везли в Астрахань деньги медные. То есть это особо ценные грузы, здесь их тоже осматривали и постоянно привлекали местных купцов, ну, например, для осмотра судов, когда вызывало подозрение их состояние. Здесь кончалось тогда русское государство. За Волгой уже начиналось Калмыцкое ханство, статус которого был неопределен. Кашпер был очень удобным местом, позволявшим перебрасывать сюда безопасным сухопутным путем войска и припасы, чтобы затем отправлять их на судах дальше в пункт назначения. Построенная в удалении от реки и не имевшая защищенных пристаней, Сызрань для этого не годилась. Возводил Кашпер симбирский воевода стольник Матвей Головин. Было это в 1687 году. Так начался очень своеобразный период в Сызрани, когда буквально в 7 верстах друг от друга существовали две крепости, действовали две воеводские канцелярии. Естественно, долго такое положение сохраняться не могло. Один из соседей должен был поглотить другого. Между тем, военное и административное значение Кашпера все возрастало. В 1708 году в перечне городов, вновь образованной Казанской губернии, Сызрань даже не упомянута, только Кашпер. Он прочно утвердился в роли русского форпоста на границе со степью. Это было неспокойное время, когда из степи исходила постоянная угроза нападения кочевников, а на Волге хозяйничали речные рейдеры. Здесь же было пиратство похлеще, чем на Карибских морях. Где-то с середины 18 века они разбойничали на лодках, потому что очень удобно. Весельный транспорт, быстрый, маневренный, то есть очень быстро, как говорится, в любую протоку, в любую это. А до 18 века прямо на кораблях имели собственные галеры, крепости на берегах строили. Каких-то сызранских должников, мелких преступников. Их просто перевозили из Саратова сюда, в Сызрань. Ну, его там как бы обвинили в побеге. И он просто описывает обстоятельства этого побега. А я, говорит, ты не бежал. Остановились они где-то здесь, не доходя до Сызрани, на ночлег. Подъехали ребята на весла, говорят, вы кто такие? Ну, они говорят, мы вот власть, а это вот арестованы. Ну, вот, говорят так, арестованы в одну сторону, власть в другую. Уть, и все. То есть нравы были тогда суровые. Поэтому власть тогда не уважали, прямо скажу. Здесь, в этих краях.
где-то, наверное, до 19 века. В 1713 году Россия, потерпев поражение в войне с Турцией, вынуждена была вернуть ей крепость Азов, закрывавшую крымским татарам путь на Волгу. Последствия не заставили себя долго ждать. В августе 1717 года произошло событие, которое вошло в историю как Большой Кубанский погром. В великом множестве татар, азовских бишлеев и других народов, а также имея при себе изменника донского казака Некрасова с казаками, впали в пределы российские. Городки Кашпер и Рамзаевский, приступом взяв, разорили. Но история, как всегда, делает резкий поворот. Уже в 1730 году Кашперская воеводская канцелярия была упразднена, а Кашпер стал пригородом Сызрани. Почему так произошло? Потому что Кашпер все-таки был военной крепостью, и он имел чисто военное административное значение. Как только, собственно говоря, граница отодвинулась, не стала такой опасной, а она стала неопасной, когда в 1718-20 годах построили Царицынскую укрепленную линию, и Сызрань осталась в глубоком тылу. Как хозяйственная единица, Сызрань, который был центром хозяйственного района, был, конечно, намного больше, в десятки раз. Именно поэтому очень скоро в Кашпере здесь, приблизительно в 1730 году, ликвидировали воеводскую канцелярию. И, собственно говоря, он так и потом долго считался пригородом Сызрани. А сейчас наш путь лежит в село Троицкое, родину великого русского поэта Ивана Ивановича Дмитриева. В 1706 году его прапрадед Семен Константинович Дмитриев был воеводой крепости Кашпер, а с 15 по 16 года 18 века он был комендантом крепости Сызран. За ратную службу Семен Дмитриев получил земли недалеко от Сызрани, по берегам Волги и Тишерек. Село Троицкое состоит из двух частей. Оно включает и бывшее Богородское село. Село славится родниками, из которых берет начало река Тишерек. Отсюда с холмов открывается панорама старинных сел, объединенных ныне под одним именем. Села были названы по престолу церквей, построенных на средства помещиков Дмитриевых. Церковь в селе Троицкое. Храм каменный, построен в 1730 году помещицей Елизаветой Ивановной Дмитриевой. В том же 1730 году в Богородском был построен каменный храм помещиком Семеном Константиновичем Дмитриевым. Сейчас уникальный памятник истории и архитектуры находится в плачевном состоянии и требует реставрации. Здесь, в селе Богородское, 10 сентября 1760 года родился русский поэт, баснописец, государственный деятель Иван Иванович Дмитриев. В свое время имя его, как светлый алмаз, украшало корону русской литературы. Карамзин писал: «Муза русская при рождении твоем сказала, поэт». Вяземский ставил баснописца Ивана Ивановича Дмитриева выше баснописца Крылова и советовал своему сыну читать исключительно Дмитриева, чтобы не испортить свой вкус. Родовому дереву Ивана Ивановича мог позавидовать любой монарх. Считалось, что Дмитриевы – прямые потомки легендарного Рюрика. В Смоленске был князь Александр Нетша. Нетша – это значит, за славой не гонялся и не тщательно исполнял свои должности. Когда Литва и Польша напали на
вот смоленские земли, перешел на сторону Германии, но там долго не прижился, и уж вернувшись в Россию, честно, и вот начиная с него, честно и трепетно служил русским великим князьям, а потом царям. В 1816 году Иван Иванович Дмитриев, наш великий поэт, обратился к Александру I, к царю, с просьбой восстановить этот вот княжеский титул. Княжеский титул Дмитриева был восстановлен где-то в 1818 году, и там все расписано, вся родословная, поскольку все князья у нас считалось потомки Рюрика, вот ему эту родословную восстановили от Рюриков. Иван Иванович жил в Богородском до 7 лет, затем учился в Симбирске и Казани. Отцу не нравилось, как обучали в пансионе. Он взял своих сыновей, старшего Александра и Ивана, из пансиона, пытался заниматься с ними сам, но не слишком удачен. Человек был довольно суровый. И он заставлял просто по тетрадям, которые они имели с пансиона, заучивать то, что было. Так называемое «восстание Пугачева» вынудила семью Дмитриевых уехать в Москву, где Иван Иванович прожил большую часть жизни. Кто такой? Емельян Иванов, сын Пугачев. В Москве с Иваном Ивановичем встречался Пушкин. Александр Сергеевич расспрашивал его о казни Пугачева, очевидцем которой Ване Дмитриеву довелось быть в детстве. Ты! Я! Я не ворон. Я вороненок. А ворон еще летает. И долго над вами летать будет. Москва! Ты ждешь сил! Иван Дмитриев приезжал в Богородское несколько раз. Особенно плодотворным для него был 1794 год, проведенный в Сызрани, который впоследствии назвал лучшим поэтическим годом. Здесь он написал оды «Глаз патриота», «Послание Карамзину», «Ермак», «К Волге». Но страннику ль тебя прославить? Он токмо в искренних стихах смиренную дань хотел оставить на счастливых твоих брегах. О, если б я внушен был Фебом, ты первую рекой под небом, знатнейшей Гангенса была, и славою своей покрыла величие Евфрата, Нила и всю вселенную протекла. Слава Богу, что сызранский воздух имеет для тебя силу вдохновения. Пиши, мой друг, пиши. Это строки из письма Карамзина Ивану Ивановичу Дмитриеву. А через год, в 1795 году, в Московской университетской типографии вышло первое издание его стихотворений под заглавием «И мои безделки». Предположительно, эта книга стала первым печатным изданием, в котором встречается буква «Ё». Первым словом, отпечатанным с буквы «Ё», было «Всё», затем «Огонёк», «Пенёк», «Василёчек». Памятник буквы «Ё» установлен в Ульяновске на родине Карамзина. Когда вот у нас в 2010 году в ноябре был Сукайло, Вячеслав Анатольевич, создавший вот этот вот двухтомник «Труды и дни Ивана Дмитриева», он сказал, чтобы мы не зацикливались на этой теме, поскольку это все-таки Карамзинская, он редактировал эту книгу, и он ее издавал, Дмитриевскую книгу, и он-то и вставил эту букву «Ё». Вот. Автор книги «Три века русской буквы «Ё», он мог и ошибаться, и мог не проверить. Вот. А Сукайло в этом отношении дотошный человек. Может быть, он и прав. Oh,
Как автор чувствительных стихов, он написал песню «Стонет сизый голубочек», которая имела колоссальный успех и была популярна много десятилетий. Умер Иван Иванович Дмитриев в 1837 году. Вторая знаменитая дворянская усадьба в Сызранском районе находится в селе Заборовка. Первые селения по реке Крымзе упоминаются в конце XIV века. В 1703 году землями здесь владел сын воеводы Сызрани Никиты Заборовского, Антипа Никитич Заборовский. По его имени было названо село. Вместе с тем существуют разные версии происхождения топонима Заборовка. Вот одна из них. Раньше селение окружал сосновый бор, в котором орудовали лихие люди. И путники, проезжавшие через эти места, успокаивали друг друга, что за бором опасность их минует. Так и пошло за бором. Заборовка. В 1708 году земли в Заборовке перешли к крупному государственному деятелю, петровскому любимцу, сенатору, послу в Париже и Копенгагене, председателю коммерц-коллегии графу Платону Ивановичу Мусину Пушкину. Помимо возделывания зерновых культур, в Сызранском уезде Симбирской губернии начинает процветать овощеводство, принося огромные доходы. В архивных документах сохранилась информация, что Заборовка становится центром выращивания капусты. Заборовская капуста была известна далеко за пределами Симбирской губернии. И если Сызрань можно по праву считать помидорной столицей, то Заборовку – капустной. В 20-30-х годах 19 века симбирское дворянство выделилось из массы местного населения не только по своим политическим правам, полученным в течение второй половины 18 века, но и своими огромными материальными средствами. Именно в это время в Сызранском уезде начинается массовое строительство богатых барских усадебных домов. Судя по всему, еще при жизни графа Василия Мусина Пушкина Брюс в конце 1820-х годов был заказан проект нового дома барской усадьбы в Заборовке. Автор проекта доподлинно неизвестен, но в 1947 году архитекторы Куйбышевской архитектурно-проектной мастерской посетили здание усадьбы и выдвинули гипотезу, что проект дома помещичьей усадьбы, вероятно, был составлен знаменитым в России и Симбирской губернии архитектором Михаилом Петровичем Варенцовым-Каринским. Дом усадьбы Гагариных стоял и не на ровном месте, и не на самой вершине холма. Он был построен так, что с одной стороны он казался стоящим на ровном месте, а с другой стороны открывался великолепный вид на Барский пруд. С левой стороны здания располагался парк. С правого торца – парадный вход в здание. Попадая в усадьбу с главного входа, мы оказываемся в передней, за которой находится лестница на второй и третий этаж с кабинетом и спальнями хозяина, с детскими комнатами и комнатами для прислуги. Сейчас этот вход замурован. Рядом с усадьбой в саду находился Златоустовский храм, от которого сейчас остался лишь фундамент, поросший бурьяном. На первом этаже начинался длинный глухой коридор, заканчивающийся массивной дверью в парадные залы, разделенные арками или дубовыми дверями. В непраздничные и неприемные дни парадные комнаты обычно запирались на ключ. Обстановка парадных была более чем простой. В парадных
можно было увидеть маленькие круглые столики и этажерки с цветами. Большой круглый стол и ряды неудобных кряжестых стульев и кресел. Здесь же стояли пианино, большой дубовый шкаф и софа, набитые ореховой шелухой. Стены были без обоев и окрашены светлой желтой вохрой. В этих залах князь Иван Алексеевич Гагарин принимал гостей. У Гагарина часто бывали губернские уездные предводители дворянства, статский советник князь Михаил Петрович Боратаев, помещики Александр Михайлович и Петр Михайлович Языковы и их известный брат, поэт Николай Михайлович Языков. Из женщин частой гостьей стала образованная, с хорошим вкусом дама и коллекционер старинных книг Софья Александровна Перси Френч с дочкой Кэтрин. Кэтрин слыла особой богатой и свободолюбивой. Екатерина Максимилиановна, Перси Френч, она была британской подданная, дочь ирландского лорда и симбирской помещицы Киндяковой. Когда началась революция, то с ней побоялись обойтись так, как, собственно говоря, обходились со своими помещиками. Ее забрали в ЧК, как и положено, но потом отправили ее в Москву. А уже там, собственно говоря, за нее вступились влиятельные родственники. Родственники у нее были очень влиятельные. Ее троюродный брат был знаменитый О'Брайен, это английский разведчик, прототип Джеймса Бонда. В общем, Екатерина Максимилиановна благополучно убыла из России. Сначала в Ирландию, потом в Харбин. Ну, как говорили, что в Харбине она пыталась отыскать следы своего возлюбленного фон Бранке. Но он погиб или пропал без вести, точнее сказать, во время ледяного похода. Он воевал с Каппелем. Ну, собственно говоря, Екатерина Максимилиановна там, в Харбине, и осталась жить. Там было много знакомых у нее, симбирских еще. Там она и умерла. Но завещала похоронить себя в Ирландии. Там она и похоронена. После отмены крепостного права началось медленное увядание усадьбы. Если до реформы 1861 года у Гагарина было почти 10 тысяч десятин земли, более чем 1500 крепостных душ и две мельницы на реке Кримзи, то теперь больше трети земель оказались выкуплены или розданы в бесплатные четвертные наделы. На остальных землях трудились наемные работники под контролем приказчика крестьянина-старообрядца Шибанова, деда известнейшего антиквара и владельца книжных лавок в Самаре и Москве Петра Васильевича Шибанова. Шибанов Петр Васильевич, русский букинист, антиквар, из крепостных крестьян. С 1840 года, живя в Самаре, торговал русской рукописной и старопечатной книгой, а с 1883 года владелец книжной лавки у Ильинских ворот в Москве. С 1918 года особняк в бывшем имении занимали волостной исполнительный комитет и местная организация комсомольцев из 48 человек. По окончании Великой Отечественной войны в бывшем особняке Гагариных был открыт детский дом. В 60-е годы 20 века бывший барский дом использовался объединенным колхозом имени Василия Ивановича Чапаева, а в 1979 году был передан психоневрологическому диспансеру. После закрытия диспансера с 2005 года усадьба пустует. Село Старая Рачейка, бывшее село Космодемьянское. Названо по престолу деревянной церкви, построенной прихожанами в 1871 году. По одной из версий, Рачейка в переводе с эрзианского и макшанского языков означает «стоящее на болоте». И действительно, в районе села находятся два болота – Моховое и Узиловое.
Из села Старая Рачейка мы поворачиваем на деревню Смолькино. В 80-х годах прошлого столетия путеводители предупреждали туристов: будьте предельно внимательны. Водители лесовозов не привыкли встречать в этих местах пешеходов. Дорога идет в гору почти до Смолькино. Неожиданно лес кончается. Длинный крутой спуск с обдуваемой ветром горы, и мы въезжаем в село. Смолькино известно с 1733 года. Население преимущественно чуваши. Чуваши называют деревню Асапус, а современное название Смолькино дал древний промысел смоловарения. Сейчас местные жители уже не занимаются добычей живицы. Живица – смолистая густая масса, выделяющаяся из разрезов на хвойных деревьях, застывает при выходе на поверхность, тем самым предохраняет древесину от проникновения короедов и других вредоносных влияний. В старину существовали специальные смоловарни, в которых из живицы варили смолу путем сухой перегонки. Курили, как тогда это называли. А уже потом из смолы изготавливали скипидар, канифоль и деготь. Компоненты переработки живицы использовали химической бумажной маловаренной отраслях промышленности. В годы Великой Отечественной войны живица из Рачейкинского бора поставлялась для нужд оборонной промышленности. Она входила в состав коктейля Молотова. Бутылки, заполненные зажигательной смесью, использовали для уничтожения немецких танков. Специалистов по заготовке живицы называли вздымщиками или подсечниками. На специально подготовленном стволе сосны, которая подлежала вырубке, делали насечки кары конусом вниз. Именно по ним стекала живица в специально подготовленные емкости. Нелегок труд вздымщика. Делянки большие. Подготовка к работе начиналась еще зимой, когда вздымщик на лыжах обходил и ошкуривал порядка 10 тысяч стволов. Летом вздымщик проходил около 40 километров, проверяя насечки. Через 5 дней он повторял свой маршрут вновь. Вот и получается, что в течение года вздымщик встречался с каждой сосной 25-27 раз, проходя около 3000 километров. У дороги чуть в стороне встречаются огромные валуны, остатки древних скал. Эти каменные глыбы, одни отполированные снегом и дождем, другие выщербленные и треснувшие, напоминают гигантских доисторических животных. Называется эта территория Гремячинские высоты. Поселок Гремячий, чуваши называют его Кереметь, расположен на берегу реки Усы. В ней, как утверждают старожилы, водилась царская рыба-форель. Еще 50 лет назад здесь стояли крепкие деревенские дома с резными наличниками и искусно вырезанными из дерева коньками. У каждого дома был свой узор, свои деревянные кружева. На возвышенности между Смолькино и Гремячим расположен уникальный исторический памятник Бабай-Тюалле, что в переводе с чувашского означает «камень предков». Высеченный из цельного куска камня, стела с заостренным верхом, покрыта загадочными знаками
и солярными символами. Что они означают? Скорее всего, эти знаки имеют какое-то солярное отношение и связанное с лунными и солнечными фазами. Нам сообщили крайне интересную историю. Ну, по воспоминаниям местных жителей, особенно старшего возраста на тот момент, они утверждали, что изначально этот камень стоял вкопанным, то есть занимал вертикальное положение. И в тот момент климат вот в районе Рачейки, в районе Смолькина был более мягкий, более дождливый. Там выращивались очень влаголюбивые, теплолюбивые культуры, которые, в общем-то, позволяли достаточно себя вольготно чувствовать местным обитателям. Потом, во время одной из пашек, тракторист то ли случайно, то ли, находясь в пьянственной задумчивости, зацепил этот камень. Камень упал, был перемещен на какое-то расстояние, пока плуг от него отцепился. И после этого местные заметили, что каждый год, по крайней мере, у них сложилось такое впечатление, климат стал становиться все более сухим, дожди стали обходить эти места стороной, все чаще и чаще наступали такие ярко выраженные засушливые периоды, в результате чего, в общем-то, с огородами дело обстояло все хуже и хуже. Еще недавно у села Смолькино располагался уникальный ритуальный комплекс «Каменная лошадь», где валуны внешне напоминали змей, лягушек и различных зверей. Каменная лошадь и вот эта поляна с окружающими ее каменными фигурами, она непосредственно находилась над каким-то подземным потоком. Вот этот подземный поток водяной выходил на вершине горы, и там бил своеобразный гейзер. То есть вот следы этого гейзера, обкатанные обмытой водой камни, там размытые склоны холма, они прослеживаются даже в настоящее время. Чего мы боялись, то и случилось. По-моему, если мне память не изменяет, 3-4 года назад туда приехала группа неизвестных товарищей, причем она пригнала тяжелую технику с подъемным краном. Эти камни были с этой поляны куда-то вывезены. Следы их теряются. Самой загадочной достопримечательностью окрестностей села Смолькино являются останцы и глыбы песчаников, образующие природный парк скульптур, валунов и настоящих каменных лабиринтов. Камни имеют размер от 1 до нескольких метров. В глаза бросается то, что все они имеют округленные и сглаженные очертания. Нагромождение камней придает природному ландшафту таинственный и сказочный вид, который переносит путешественников на страницы фантастических рассказов. Необычное место становится основой необычных легенд. В здешних пещерах живет карликовый народ, который чуваши называют Уйведе-Тюале, что переводится как «человек-мохнатая обезьяна» или «человек-филин». Иногда местные жители встречают в горах странные существа. Выглядят они как карлики, ростом по пояс человеку, но с огромными глазами и с лицом, покрытым не то шерстью, не то перьями. Бывает, что над горами летают странные огненные шары, примерно 2-метрового диаметра и с хвостом. По-чувашски их именуют «патавка-бусь». Сызранский район – заповедник сказок и легенд, исторических фактов и непроверенных историй, которые еще ждут своих исследователей и путешественников.